А здесь Ребекка. Это мое. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня у меня пропала борода куда-то. Кто-то ее остриг ночью, пока я спал. Нет, на самом деле, все дело в том, что я кое-какие съемочки замутил, уже они прошли. Было прикольно, и получился прикольный видос. Я вам скоро его покажу, очень скоро. Ждите. Короче, для этого видоса пришлось туда побриться. Сейчас мы играем с вами в игру Mortuary Assistant. Это игра, позволяющая тебе понять, каково это работать в морге и ассистировать всяким безумным докторам. Это было просто странно. Немного барахла свалилось, ничего особенного. Я знаю, это даже была не моя вина, но он сразу же отправил меня домой. Я просто сильно волнуюсь. Он должен был финализировать мои дела сегодня. И он пообещал, что сделает, верно? Да. Ну, это же хорошо. Да. Просто не было похоже, будто он всерьез. Словно он просто сказал это, чтобы выгнать меня из учреждения. Погоди-ка, у меня другой звонок. Алло? Ребекка, это Реймонд. О, здравствуйте, мистер Делвер. Послушайте, если я сделал сегодня что-то не так, то... Нет-нет, я хотел извиниться. Ты отлично справилась. Я просто не очень хорошо себя чувствовал. Именно поэтому я и звоню. Я знаю, что уже поздно, но нам только что привезли 3 новых тела, и никто больше не может ими заняться сейчас. Я надеялся, что ты сможешь приехать и заняться ими. Ну да, вы уверены? То есть, конечно. Отлично. Ты оказываешь мне громадную услугу. Я все для тебя приготовил, и твой новый бейдж лежит в твоем персональном шкафчике в подсобке. Отлично, спасибо. Я уже выхожу. Надеюсь, вам лучше. Спасибо еще раз. Увидимся завтра. До свидания. Твою ж мать, это был он. Он меня принял и хочет, чтобы я сейчас же приехала. Видишь? Говорила же, что все будет хорошо. Поздравляю. Спасибо. Мне пора. Прямо сейчас. Поговорим позже. Ничего себе, тут сразу прям сходу сюжет начинается со всяких больших диалогов. Я думал, просто дело в том, что это демо-версия. Я думал, здесь просто мы сразу будем в морге, а тут вот как все происходит у нас. Так, что у нас тут есть, что у нас тут есть. Все про, все это, видите, про мертвых. Про всякие ритуалы и про прочую страшную фигню. Так, ага, можно играться с физикой. Ну окей. Вот ключи. Ключи от апартаментов, машины и передней двери Riverfields. There we go. Хорошо, можно в инвентарь зайти, да. Все, у нас тут есть что? Ничего. Погодите. Wolfos. Что это такое? Какая-то, видимо, еда. Тут, по крайней мере, есть немножко еды внутри. Окей. Ладно, все, я думаю, нам нужно идти уже. Да, пошли. И мы сейчас, получается, сразу же окажемся в морге? Или... Не, мы еще в машине. Мы должны еще добраться до морга. Мне очень нравится, как оформлен инвентарь. У этой девушки вообще все. Даже когда она закрывает глаза, повсюду трупы, паутина. Кстати говоря, мы, походу, это не наш дом. Это мы уже приехали куда надо. Да, вот он, морг. Здравствуйте. Здесь кофейку можно выпить и поскорбеть себе на здоровье. Что-то тут у нас есть важное. Урна. Всего лишь урна. Нахрен. Окей, нужно начинать. Стоп, без ключа нельзя начинать. Ага, Emblembing Room. Не знаю, что это значит. Вы можете пробовать использовать приметы в любой момент, но здесь мы его не можем использовать. Так, типа вот тут, да? Что-то не так. Вот, я могу здесь использовать его. Я пытался ключ применить на папках бумажных. Но это я. Оу! Так, сходу. Офигеть, какие новые трусы. Посмотрите, какие они чистые. Я не работал в морге. Вот сейчас мы и поймем, что тут к чему. Давайте возьмем. Понял, этим чистится бальзамирующая машина. А где у нас сама бальзамирующая машина? Здрасте. Ага, это еще рано. Ой, блин, как темно. Погодите. Стоп. Это уже пугалки начинаются? Они меня уже пугают? Я и что-то и позабыл, что эта игра пугающая. Потому что мне пока было совсем не страшно. Но теперь я настраиваюсь на другой лад. Кто-то выключил везде свет, пока я ковырялся в компе. Ладно, пойдемте сюда. Что у нас тут? Блин. Фа!
страшные звуки. Давайте вытащим этого. Это не труп даже. А ты? Никого нету здесь. Тут вообще безымянный. Миссис, как тебя зовут? Ты, кстати, погоди, я забыл твое имя, не прочитал. Вернись обратно. Ноэль Гейнс. Она никогда в жизни спортом не занималась. Опа, блинушки. Ее трогать означает зло засумонить. Тут я должен... Оп, я случайно как-то встал. Прямо в труп. Такое ощущение, как будто бы это POV чужого, который только что вырвался из нее. Мне нужно что-то взять. Пакетик для кремации. Я взял это? Да, я взял. Смотрите, свет включился. А это что такое? Метанол. Тут так много всяких терминов. Формальдегид, полимеризация. Окей. Так, я уже одну взял. Да, извини. Все, не надо. Опа! Блин, какой он страшный Реймонд этот. Хорошо, а здесь что? А здесь Ребекка. Это мое. Черт! Черт! Что за говно было сейчас? Я не ожидал этого так. Я так этого не ожидал. Я не знал, что с этим делать и как это убрать. Я, понимаете, это было настолько странно. Я не ожидал увидеть эту рожу. Я вообще не ожидал вот подобное что-то увидеть. Я думал, труп будет дергаться, вставать, а здесь просто какая-то хрень с лицом смешным. Погодите, давайте возьмем. Я не могу это взять, к сожалению. То есть это самый-самый тупорылый скример в мире, который даже без скримера сопроводился, не было ни звука, ничего. Я просто... Это я даже не знаю, как это описать. Очень странно было сейчас. Так. Оп, ножницы берем. Оп, скальпель берем. Так, что-то тут еще есть всякие иглы. Короче, сейчас соберем какую-то крутую машину. Все берем. Мы это все... Блин. Стоит, урась! О, это как в фильме Lights Out. Мразота стоит. Блин, я не знаю. Как мне быть? Я застрял под стулом. Ключ! Мне это нужно. Так, мистеру Делверу принадлежит ключ. Блин. Типа, все, игра заставила меня бояться всего теперь. Блин, old key. О, я открыл. Блин, что это такое? Итак. Маленькая записка. Ребекка. Ты не должна была найти это, но я полагаю, ты нашла мой ключ. Ты просто не готова к этой работе. Я не могу позволить тебе пережить то, что пережил я. Пока что нет. Может быть, весной, Реймонд? Хорошо. Он нас предупреждает к чему-то очень страшному. Он нас готовит. А что мне теперь делать? Это вообще долгая игра? Я что-то уже хочу домой. Перестать играть. Так, я не могу ничего держать, у меня все забито. Все карманы набило барахлом. Я вообще не понимаю, для чего я это все беру. Ну ладно, видимо, нужно идти туда. Нормально прошлись. О, кремация! Это же наша. Это то, что мы хотим сделать. Блин. Давай, все. Ноэль. Я не могу открыть. Погодите, как так? Почему не открывается? Блин, все, у меня на очке, ребят, я сижу на очке, вы не представляете. Я вот... Я не готов к этому, мне это страшно. Мне страшно, как будто бы я в реальном морге нахожусь. Я бы не хотел быть в реальном морге, вот никак. Даже после смерти. Может быть, нам надо здесь еще пошарить? Я же здесь особо не бегал. Я прям сразу убежал к трупу, блин, я не такой торопливый. Надо аккуратненько, труп никуда не уйдет, ведь правда? Так, что это? Фьюз, я взял. Это в случае, если что-то перегорит. Я понял. Я могу и всех взять. Да, блин, хватит. Еще раз. Вот, я все взял. Окей. Что у нас тут еще есть? Я могу что-то еще взять? Калькулятор. А, швырнуть. Вот это что такое? Клипборд. А, как раз таки клипборд, о котором она говорила. Все, я не могу больше ничего... Блин, мне надо что-нибудь выкинуть, да? А, давайте...
Drop. Все, потом сюда вернемся. At least I can keep track of things. Вот, теперь я могу все записывать. Вот клипборд. Ага. Нужно... Я все выполнил? А, теперь нужно тело вернуть в хранилище. И как это сделать? Стоп. Use C. А! Окей, тащим его. А мы можем как-то развернуть или нам спиной идти? Блин, мы не можем развернуть, только спиной идти. А! Газа! Давайте... А! Я хотел напасть на нее. Но не получилось. Как зовут пациента, кстати говоря? Я не помню. Давайте подумаем, куда можно его фигануть. Айзек? Я думаю, это Айзек. Давай, Айзек. Сейчас, как тебя развернуть, твою мать? Вот. Аккуратственно. Вот так вот рядом. Да. Все. Как-то так это делается? А, возможно, нам надо прям подставить вот сюда. Во, видали? Все идеально работает. И пошел нахрен отсюда. И сказал, Айзек, вали нахрен. Все. Что теперь делать надо? Взять другую женщину, ну конечно. Так, теперь вот эту Мэйдэй, как там ее зовут, я не помню. Ой, блин, как она выскочила прямо. Да я даже дверь не открыл, как ты это сделала? Ладно. Блин. Что-то не так с этим моргом. Трупы выскакивают через двери. Прямо сквозь них. Если так посмотреть, как будто бы это мое тело. Я также вижу себя, когда просыпаюсь. О, все. Ладно. Давай зачекаем тебя. Че у тебя там? Поцарапано лицо. Вращать. Вот. На бочок легло. Так, царапины. Чик-чик-чик-чирк. А, это я как раз таки чиркаю. Хорошо. Это... О, блин. Неожиданно клипборд появился. Как мне тебя убрать? Уберись. Рука. Ага. Покажи. В принципе, обычно рука. Ничего необычного тут нету. Голова. Давайте осмотрим. Так. Повернуть. Вот. Я вижу. Я вижу эти шрамы, эти царапины. Так, глаза, все в порядке. Давайте центр головы покажи мне свой. Немножко затекшие глаза. В целом все. Я это все записываю? Да, всякие пометки делаю. Молодец. Умница Эллисон. Или как там тебя зовут, я не знаю. Вот, смотрите, ссадина. Угу. Спалил я. Насильственная смерть, скорее всего, была. Что мы еще можем сделать здесь? Ноги. Нет, 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 ноги, я сказал. Какие ножки, покажите мне их. В целом, с ногами все хорошо, даже вращать не нужно. А с этой стороны? И здесь прекрасные ноги. Вполне себе здоровые ноги. Погодите, давайте еще. Мы на тот бок ее, да, на тот бочок. Извините. Потревожил зло. Так, записали? Это мы все записали. А! Мразь! Мразь в окно посмотрела! Пошла нахрен! Главное вовремя послать своего недруга. Это все, что мы можем, в принципе, сделать в жизни этой, правильно? Больше ничего и не можем. Так, следующее. Enter markings into... А! Писать все в компьютер. Пойдемте впишем. Та-дам! Вот так делать, голова. Вот. Да? Да, 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 точно. Значит, плечо, вот. И левая рука вот здесь. В принципе, это все, что есть. Имя. Вот. Возраст. Вот, 91 год. Прекрасно! Все, теперь подтвердить. Труп внесен в базу данных. Что-то там печатается. Блин, я постоянно оборачиваюсь с каким-то опасением. Закройте дверь. Забираем. Типа файл нужно отнести вот сюда, скорее всего. На стойку с файлами. Вот. Вот она. Правильно я понимаю?
Репорт? Да, отлично. Я видел, что немножко подлагнуло, немножко игра вот прям вот совсем чуть-чуть лаг был какой-то. Судя по всему, хотят что-то от меня, хотят напугать, да? О, а мы здесь и не были даже. Так. Все, не буду, не будем играться здесь. Опасно. Следующая на... Ой, ё-моё, здрасте. Это ты, это... Ноэль. Но это не то, чтобы было страшно, так что ты зря стараешься. Давайте посмотрим по клипборду, что нам нужно. Нужно что-то... А, совместить все ингредиенты. Все, пришло время химичить. Джесси, пойдемте. Пришло время варить. Не напугаешь ты меня. Вот. Давайте теперь все сюда сложим. Метанол есть. Бесит, я пол экрана закрываю. Итак, глютарендлайт нужно найти. Это оно? Это что такое? Формальдегин. Да, это оно, нам нужно. Налили. Это не то. Это не то. Химикат. Вот этот вот. Обязательно. И осталось последнее. Где-то я его видел. Где-то я его... Глютарадлерит. А, целая канистра же была вот здесь. Здрасте. Забираем. А, погодите, это не то. Извиняюсь. Тупанул не по-детски. Давайте откроем. Вот он, скорее всего, да? Да. Давайте уберем клипборд. Задолбал меня. Есть, готово. Сейчас мы забальзамируем тебя, мадам, не бойся. Дальше нам нужно... Стоп, включить кран. А, нет, погодите, нам нужно воспользоваться скальпелем. И все это у меня есть. Хорошо. О, перестань, перестань! Нет! Не может быть! Куда она мне показывает? Погодите, у меня вообще-то другие планы. Я тут работаю, между прочим. Скальпель. I can't use that here. Блин. Ну ладно. О! О! Как быстро все исчезло! Нет! 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 Это бесконечный туннель! Это туннель бесконечности! Это мое безумие! Да! Нас телепортируют туда-сюда! Правильно идем? Стрелочка показывает, что правильно! God has... Бог тебя покинул! Погодите, это распятие! Ладно, идем дальше! Блин, неприятно! Бог тебя покинул. Вон она! А, блин! Ох, это померещилось. Все в порядке. Давай-ка мы тебя разрежем, как ты скажешь. Он не хочет, чтобы я ее разрезал. Ты, вернись на стол обратно! Я должен тебя разрезать! Ноэль! Сейчас же вернитесь, пожалуйста. Не мешайте мне выполнять свою работу. Я понял, я должен выйти, обойти этот дом. Ой, блин. Вы тут заодно, что ли? Я не понимаю. Я даже не знаю. Может быть, мне надо пойти навалять ей? О! О! Боже мой. О, боже мой. Боже мой. Это пиктограмма. Flash of fire. Это, короче, пепел здесь остался. Мразь. Мне очень нравится эта игра. Она такая крутая. Иди. Ну, очевидно же, чтобы меня схватили бы. Нет. Нет! Я не пойду! Я ненавижу тебя! Прошу, нет! Мы вспомним какое-то темное прошлое. Мисс Оуэнс? Да. Что? Вам повысили дозу. Теперь 300 миллиграмм. Дайте мне знать, если появятся вопросы, хорошо? Да. Спасибо. Мы узнаем ее тайное прошлое сейчас. Побежали. Я так по тебе скучаю. Меня больше ничто не волнует. Я не хочу быть тут без тебя. Пожалуйста, просто...
Я люблю тебя. Кто-нибудь, вытащите меня отсюда! Они собираются! Они убьют меня! Остановите! Остановите! Выпустите меня! Трудно разобрать, что он конкретно говорит. Тем более без субтитров. Ага, вот мы как раз таки прошлись уже здесь. Теперь, вау. А нет, все правильно идем? Там темень, я туда боюсь. Вот сюда лучше. Вау, здрасте. Мне жаль. Что? А, блин! Ты убила его. Нет. Там был вот этот диск. Я ничего не смог с ним сделать. Я думал, там какая-то загадка будет, потому что написано было, у него 4 пустых слота. А, фух, страшно. Жутко. А пиктограмма осталась. Ты вернулась! Теперь, пожалуйста, не мешай мне выполнять мою работу. Скальпель. Все. Ё-моё. Теперь нужно что сделать? That's not it. Это не то. That's not it. Это не то. Так, назад, 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 назад. Давайте, клипборд, подсказывай. Clamp tubing to both veins in content. А, блядь! А! 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 О, прижгло в очечке, о, прижгло. Так, господи, я не понимаю. Эти все, вот эти вот все инструменты, которые мне нужно использовать, где их брать, это очень сложно постоянно искать. Я не могу двигаться, кстати, когда я сижу. Фух, так, что это у нас такое? Тюбинг. А, я вот сразу нашел то, что нужно. А, слушайте, против меня уже 3 монстра. Леди черная, которая с красными глазами, бабка и улыбающийся человек. Слишком много для одной беззащитной дамы, вам не кажется? Так, воу! Фу, блин, страшно. Хорошо, подсоединили. Сейчас мы заполним ее по максимуму. Понесла... А, а, блин, страшно. Зачем вообще надо работать ночью? Зачем работать ночью здесь? Я не верю, что можно быть нормальным человеком, работая вот... О, все правильно? А, мы просто обескровливаем ее, да, и заполняем бальзамчиком. Я просто не даже не знаю, куда мне смотреть. Я должен спрятаться где-нибудь. Нахрен все это. Есть ли кто-нибудь из вас, ребят, кто работал в морге или работает, или у кого кто-нибудь из знакомых работает в морге? Опишите это. Опишите, каково это. Пожалуйста, мне интересно. В комментариях. Так, как там у нас? Engage pump and let the body drain. Короче, нужно насос нужно включить, и пусть тело... Осушиться? Drain. Это осушить? Не знаю. Я думаю, достаточно. Да? Отлично. Да, уже сделали. Короче, нужно теперь все зашить. Давайте вот закроем вот это. Я не хочу просто смотреть на большие коридоры длинные. Так, это все надо убрать. Все, зашили. Просто как будто и не было. Вот это мастерская работа. Следующий пункт какой? В этом замечательном рабочем процессе. Заполните пустой резервуарный пакет. Ага. Cavity fluid. Cavity fluid, вот как раз таки. А у меня нету пакета. Мне нужен пакет. А, вот мы можем на ее пузико посмотреть. Ага. Надо... Ясно. Сначала нужно ткнуть в нее вот этой штукой. А-а-а. Еще рано. Надо сначала, получается, разрезать. Извините, пожалуйста. Значит, так понимаю, это снова надо взять. И скальпель снова. Вот для чего так много скальпелей здесь. Сейчас мы тебя подрежем как следует. Скальпель. В смысле? Не могу использовать. Чего-то не хватает, да? Говно. Что это было?
Мразь! Что это было за звук? Что это было за звук, а? Я не увидел, но я очень испугался. Ух, громко. Мразотство. Вот, наконец-таки нашел гребаный пакет. Тихо, тихо, тихо. Нет, нет. Да я всего лишь пакет взял. Дайте мне хоть немножко шаг сделать еще один в сторону. Дайте мне хоть немножко продвинуться по игре. Спасибо. Так, где этот сраный пакет? Все, налил? Налил. Все, мы можем тебя... А, уже нарезано. А-а-а-а! Боже мой. Правильно я делаю? Хорошо, ждем. Ждем, 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 пока все нальется, зальется. Почему-то перестало литься. А, мы это управляем как-то, видите? Мы высасываем всю кровушку. Вот, ребят, что есть человеческое тело. Вот что мы из себя представляем. Просто мешочек с жижей и костями. Немножко мяса. Можно потыкать в это тело. Как долго и муторно нужно вот это все вот заниматься этим. Блин. Я не представляю, как можно. Вот я много чего могу понять, но я не представляю, как можно такой... Вот, мечтаю этим заниматься. Работа всей моей жизни. Просто глаза горят каждый раз, когда иду на работу. Особенно если вот, вот эти вот всякие твари на тебя нападают со всех сторон. Так, нет никого. Слава Господу. Так, чистильщик насоса. Это тэнк клинер. О, блин. Видимо, это правильно. Что-то сейчас произойдет или нет? Я вообще правильно делаю? А, все, сделалось. Как ты чем можешь работать? О, вот там травка подсветилась. Травка. Все, соберись. Вернуть тело в хранилище холодное. Ну все, ты свое отработала. Блин, ну там надо дверь. А, она откроется и так. Она откроется и так. Все, поехали. Дверь открыта. Четыре печати признаменовали мое пришествие. Мое возвращение эхо проносится в чертогах сатаны. Я здесь. Но даже ни одного знака. Разве мое имя так трудно постичь? Я так понимаю, мне больше не нужно ее относить туда. Ведь ее забрали. Ты шутку сказал, я не слушал. На мне нет никакой метки. Все, что мне досталось, лишь это гниющий, бессильный, жалкий труп. Ну-ка, посмотри на меня! Извини. Смотри на этот ничтожный кусок плоти, которым я застрял. Ужасное тело, согласен. Но это больше не мое тело. Я? Нет, я не хочу. Я получил свой приз. Нет, оно хочет в меня вселиться. Абьюзить меня вздумал, тварь. Что это? Что это? А, клипборд. Я клипборд взял случайно. Нет, я не увижу пол катсцены. Извини. Я прикроюсь клипбордом вот так. Смотрим видос так, чтобы погрузиться максимально. А, все. Крутая игра, мне очень понравилась. И смешно, и страшно. В 22-м году выйдет, поиграем. У нас сколько еще игр интересных. У нас Poppy Playtime, второй чептер в 22-м году. Потом игра Summer 58. Потом вот эта игра интересна, мне очень нравится. Если вам нравится, ребят, то поставьте лайк этому видосу. Это очень важно, так как YouTube смотрит на то, сколько лайков ставится. Для вас это не сложно, друзья, а для меня приятно. Спасибо. Спасибо большое. Подписывайтесь также на канал, если вы не подписаны. Не забывайте про колокольчик. И, в принципе, вы можете сделать так. Отпишитесь от канала, еще раз подпишитесь, чтобы YouTube все обновил. Ибо он тупорылый в последнее время, очень все плохо. И многие, кто подписан, просто не видит видосы. Это меня огорчает. Собственно, я поугарать с вами хочу, а никто не видит. В общем, друзья, надеюсь, что вам понравилось это видео. С вами был Юджин, увидимся с вами очень скоро. Всем пять!